Свежие продукты в шаговой доступности. Супермаркет «Ашан» открылся в новом жилом комплексе «Вега». Это уже третий магазин сети в Щелкове и четвертый в Щелковском районе. И вот она, первая березаня «Ашан» Щелково супермаркет открыт! Покупки с комфортом. Открытие супермаркета «Ашан» в ЖК «Вега» – событие, которого ждали. Для нового жилого комплекса магазин однозначно станет востребованным. Французская сеть супермаркетов прочно закрепилась в Щелковском районе и продолжает развиваться. Компания «Ашан» – это мировой бренд, и мы рады, что инвестиционная привлекательность нашего района позволяет на нашей территории делать все возможное, чтобы такие супермаркеты появлялись. И, конечно же, искренняя благодарность руководству компании. Щелково – это город, расположенный рядом с Москвой. Это город, в котором много возможностей. Мы его хорошо знаем, и у нас хорошие взаимоотношения с жителями и администрацией. На торговой площади почти в 1500 квадратных метров размещены ряды с необходимыми товарами народного потребления, продуктами, бытовой химией. Весовой товар отличается широким ассортиментом, более 240 позиций. Также работает экспресс-кафе. А благодаря наличию собственной пекарни в магазине всегда представлен свежий хлеб. Кроме того, в супермаркете особое внимание уделяют акциям на востребованные товары. Мы находим акции, пытаемся найти то, что людям надо для повседневного спроса, не то, что там на года вперед, но зачем люди приходят каждый день в магазин. Это и яйцо, и хлеб, и что-то покупают к чаю, какая-то химия бытовая. Команда магазина – это 41 человек. Пекари, работники торгового зала, менеджеры и административный персонал. Все будут следить за тем, чтобы качество оказываемых услуг магазина было на высоком уровне. Но не менее значимый вопрос – безопасность. Магазин оснащен камерами видеонаблюдения и системой пожаротушения. Стоит главный замок. Если у нас происходит дым, задымление и поднимается температура, тепловой замок лопается, спинка открывается, начинает тушить воду. Но составить собственное мнение и оценить ассортимент представленных товаров, а главное их качество, теперь могут все желающие. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».